Всем привет! И сегодня я покажу распаковку на вот такого вот DIY слаймов. Ну что, садимся и поехали его распаковывать. Открывайка. Тут у нас баночка, клей, это и краситель. А, это такой же, только розовый. Так, нам показывается, что вот это вот надо сделать вот в бан. Смотрите, какой красивый слайм у нас получается. Вау! Вот еще розовый сделан. Сейчас я его уберу в коробочку. Брал его в коробочку. Сейчас я его уберу в шкаф. Так. Это ложим сюда. А слаймик я хочу убрать в шкаф. Так, фломастер убрали. Берем еще одну баночку. Что не соединяется, ребята? Сучку розовый получается красивый, прозрачный. Все тоже уберу. Вот так. И делаем еще один. Так, садимся. Вау, какой красивый голубой получается, ребят. Тоже уберу. И сюда. Вау, какая красотень получилась. Стоп, у нас одна баночка осталась. А где еще один клей? Забрала. Ладно, придется кидывать. Пойдемте на балкон, и это все я выкину. Ну что, она не выкидывается? Ребят, она не выкидывается нифига. Ну ладно. Сюда положу. Делаем вторую пару. Такое же. Тунг. У нас, кстати, уже такой есть. Такой у нас тоже уже есть. Ну ладно. Ложим, убираем. И вот такой. Кстати, баночка уже другая. Вообще не подходит под этот слайм. У нас то же самое. Так. А, вот баночка осталась. Все. На этом все. Всем пока. Заходите на мои ролики. Я, правда, только начинающий, но я думаю, что вам будет очень интересно. На этом все. Всем пока.